Это интересно. Вот ваша проекция, так скажем. Это то, что находится на ментальном плане. Это то, что у вас в сознании, так сказать, само. У вас есть четко поставленная цель. Вы знаете, что вы хотите. Это видно. Причем эта цель касается больше действия и воли. Это не эмоции, это действия и воли. Вы идете, вот просто запомните то, что говорят вам карты. Дорога к этой цели построена. Фундамент для этого есть, вы можете дойти. Единственное, что вам нужно знать, то, что на этой дороге не будет дорожных знаков. То есть не идти, не бойся, дорога выложена. Гули. Загак, сори, дретори, квейра. Или 2 часа, 2 дня, 2 недели. Рагацарит. Ну, просвет какая. Вот и стрела, победа в чем ты одержишь. Прибыль будет. Ты не одна будешь в дороге. Не одна будешь. И какое-то громкое известие. Рагаца хма. Магари хма с гаиге прагаца гаги хартеба. Просвет хороший будет, удача, маленькие прибыли, удача будет, нет, но громкое известие будет обязательно, петух, маленькие прибыли будет, перемена обязательно будет, чья-то нога будет в доме, кто-то придет, и обрадуешься. Какую у тебя тяжесть, Боже, спаси. Посмотри на чашку. С трудом выходишь из положения. Между прочим, какую дорогу содержишь? Куда ты должна думать? 4 дороги. Одна пустая. 3 дороги просвети. Но у тебя немножко проблема есть. Вид не даешь, но все равно сама себе кушаешь. Страх. Маме из Хаттабала с трудом выходишь на просвете. С двумя человеками даже дальнюю дорогу ехать. Разговор был у вас, что-то решали. Но что-то у тебя успеха стоит. Свечка обязательно зажги, церковь. У тебя на душе, вот посмотри, какое вот животное. Видишь ты животное, вот весь круг. Ну, у тебя еще вот, у тебя ты по лестнице поднимаешься, у тебя карьера будет хорошая. У тебя кошка, кошка белая, кошка, знаешь, это белая кошка, это навси. Что? Вот как тебе, вот белой зависти у тебя, белая зависть. А ты знаешь, что ты знаешь, какая девочка, ты любишь, да, все рассказывать, свою душу открывать, но не открывай, заранее не надо тебе открывать эту душу, ты при себе держи, у тебя будет немножко как барьер, через что-то ты перепрыгнешь. Я не могу, не могу. Не, не, так я не могу, не могу. Я не могу так. Завтра мы не работаем, послезавтра. 1:30. Кого записать? Денис? Опять. Хорошо. Да, Сопромадзе. Хо, Сопромадзе, что за религия? Ната Сопромадзе. Религия, да, видите, да, друзья, Митхарио, Визегинда. Ой, Сокарас, чем за? Чем за Миндао?